продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в Доме народного творчества прошло ежегодное послание главы Тувы Верховному Курал на 2019 год. Свое обращение Шалбанкарол начал с благодарности за сплоченность в выборах президента страны. Затем перешел к задачам и целям, которые необходимы для развития социально-экономического сектора республики в будущем. Уважаемые земляки, нам всем надо быть готовыми к грядущим масштабным изменениям и новым откроющимся возможностям. Приграничные территории требуют особого внимания. Полной развернутой социальной инфраструктуры, высокого уровня общественной безопасности. Жить и работать в приграничье – это особая ответственность, особая степень мобилизованности. Свое послание премьер упомянул и указ Владимира Путина. Как он отметил, впервые за всю историю Новой России цели развития страны стали общенациональными и получили конкретные параметры. Один из которых – это повышение демографии. Орлан Денгак, министр здравоохранения Тува, отметил, что рост продолжительности жизни в республике вполне достижимо. Сегодня в этом плане уже есть положительная динамика. Задачи, конечно, реально достижимы. Они проработаны. Они имеют конкретные ресурсы для их исполнения. Теперь, конечно, все зависит от правильной организации и от ответственности тех людей, которые будут работать над реализацией данных проектов. Глава республики обозначил прирост продолжительности жизни более чем 12 лет. Это сейчас по итогам 2017 года эта цифра составляет 66,2 года. По сравнению с тем, что было 15 лет назад, выросло очень существенно. В год добровольчества премьер в своем послании особое место выделил развитию некоммерческих общественных организаций, ведь сегодня в Туве идет активное развитие волонтерского движения. Поэтому так важно дать этому молодому перспективному направлению правильные ориентиры. Как отметил заместитель председателя правительства Максим Тунев, открытие ресурсных центров в республике станет хорошей поддержкой развития НКО. Уже давно по стране и у нас шагает развитие таких организаций для того, чтобы снять часть социальных проблем и вовлечь непосредственно людей в решение тех самых гражданских проблем. К сожалению, сегодня то финансирование, которое озвучил глава, это 4 миллиона, те деньги, которые были привлечены с уровня федерации, они, естественно, недостаточны для нас. В следующем году через развитие ресурсного центра, который был создан по поручению главы республики Тува, мы будем усиливать это направление, оказывать методологическую помощь тем организациям, которые уже действуют, либо которые хотят развиваться в этом направлении. Это может быть и борьба, профилактика преступлений, это может быть и такие организации, которые связаны, например, с домашними животными или в целом с животноводством. Это может быть все что угодно. Поэтому в течение следующего года мы обратим на это особое внимание и приглашаем всех, кто относится к своей республике с любовью, присоединиться и в этом поучаствовать. Развитие сельского хозяйства стало также основным пунктом в послании главы. Как он отметил, в 2018 году была продолжена реализация сельскохозяйственного проекта «Кыштаг для молодой семьи». За два года создано 313 крестьянских хозяйств. В этом году для первых участников проекта состоялся серьезный экзамен. Они должны были выполнить главное условие проекта – это передать новым участникам по 200 голов. В итоге большинство участников справились, но в ходе реализации программы были набиты первые шишки, которые дали понять, что необходимо при проведении таких программ давать четкие требования кандидатам. Это касается и тех программ, которые будут реализованы в будущем. К примеру, новый проект под названием «ТУК». Проект «ТУК» – хорошая возможность поддержать безработных земляков в рамках целевой программы по снижению напряженности на рынке труда. В 2019 году сумма поддержки безработных для открытия своего дела увеличена нами до 150 тысяч рублей. Основу нового проекта составят производство по первичной обработке шерсти. Александр Брокерт, заместитель председателя правительства, подытожил, что в ходе реализации нового проекта будет все учтено. Поговорил, что действительно мы хотим три таких региональных центра сделать, да, переработки шерсти. Это южная часть, это, видимо, Рзинский Кажун, центр – это город, и западная часть – это, видимо, все-таки Дзунхемский Кажун, Чедан. Соответственно, мы смотрели комплект оборудования для переработки шерсти, которые есть, они в пределах 5 миллионов рублей. То есть, соответственно, задача, чтобы
эти комплекты оборудования получили люди, которые имеют, во-первых, какие-то площади и какие-то навыки. Потому что глава вот говорил, что как раз вот мы, когда предоставляем безвозмездную помощь, да, вот предпринимателям или просто людям, соответственно, не всегда этот вариант оказания такой помощи оказался эффективным. Поэтому то есть люди, у которых есть какие-то уже навыки, какие-то свои ресурсы, мы предоставляем безвозмездно, условно, либо займ, либо лизинг на 5 лет, соответственно, и этот предприниматель должен запустить это производство и за счет собственной прибыли вернуть деньги на этот комплекс. Послание глава региона представил анализ текущей социально-экономической ситуации, обозначил основные направления развития республики на предстоящий период. В заключение он отметил, что правительству региона предстоит продолжить реализацию многих жизненно важных для экономики республики проектов. Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января жители Кызыла ждет сюрприз. На маршрутах, обслуживаемых предприятием «Кызылгортранс», водители муниципальных автобусов будут одеты в костюмы Дедов Морозов. Об этом нововведении в новогоднюю ночь рассказал директор учреждения Сергей Лаптев. Напечатанные поступили в продажу на городских маршрутах, обслуживаемых МУПом, билеты на поездки. Как сообщил директор, данные билеты станут лотерейными, по которым 6 января 2019 года можно будет выиграть 7-й iPhone. Новогодние праздники, розничная продажа алкогольной продукции запрещена. В соответствии с законом республики решено запретить с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, во всех торговых точках города Кызыла. В целях организованного проведения новогодних праздников на территории города, пропаганды здорового образа жизни и борьбы с алкоголизацией населения, рекомендовать руководителям предприятий общественного питания снять с реализации в новогодние праздники алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Красноярская сеть АЗС в 2019 году начнет строить в Туве крупный заправочный комплекс, привлекая крупного топливного игрока в регион. Тувинские власти надеются не допустить роста цен на ГСМ. Об этом в понедельник на аппаратном совещании у главы республики сообщил вице-премьер правительства Тувы Александр Брокерт. Сейчас на территории Тувы нет крупных топливных игроков. ГСМ поставляются перекупщиками, что ведет к росту цен. Ранее глава республики поручил привлечь в Туву инвесторов для развития регионального рынка нефтепродуктов. Мы планируем в 2019 году строительство двух комплексов, в том числе одного с оптовым отпуском нефтепродуктов, сказали в компании. Подробности проекта обещали предоставить позже. И о курсах валют: доллар стоит 68 рублей 1 копейку, евро 77 рублей 97 копеек. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Не 1000, не 100, не 10, а всего один. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно. Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 37070 www.tuva.ru.
22 декабря в актовом зале школы номер 2 Кызыла отгремела елка мэра для отличников и ударников, активистов, а также ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Также в минувшие дни в Центре дополнительного образования прошел утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенных детей с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой, жители волшебного леса и символ предстоящего нового 2019 года «Озорная свинка». Как и все новогодние детские утренники, и этот не обошелся без стежков и сладких подарков. Держите, моя хорошая, держите. Прости, большой скрепки, папа помогает. Детей, сотрудников погибших при исполнении, новогодней сказкой порадовали и в Министерстве внутренних дел Тувы. На базе городского отдела полиции прошел утренник, где в гости к детям пришли персонажи из известного мультфильма «Холодное сердце». Пока Эльза вместе со своей сестрой Анной искала пути, как же избавиться от происков злой колдуньи, снеговик Олаф вовсю играл с детьми. Я придумал! Что придумал? Давайте вместе пройдем спортивную эстафету! Помимо этого, на сказочном новогоднем утреннике отметили сладкими подарками детей, которые, по мнению жюри, стали самыми оригинальными в выборе новогоднего маскарадного костюма. Дети были в восторге от зажигательного танца свинки, песен и юмора персонажей мультфильма. Утренник завершился веселым хороводом с участием Деда Мороза и Снегурочки. Накануне Мария Маврина вновь порадовала жителей Дома ветеранов благотворительной акцией «Подари бабушкам праздник». В этом благородном деле ей помогли Дедушка Мороз и Снегурочка. Ребята с большим энтузиазмом обошли всех постояльцев дома и всем без исключения вручили по сладкому и полезному подарку. Акцию поддержали салон цветов «Калибри», кондитерская «Ирбис Кейк», а также Министерство социальной политики и труда. Каждый внес свой вклад. Отдельную благодарность организаторам акции в Кызыле Мария выразила волонтерам Алевтине Айлане Жилкиным, Ольге Щур и утренним ведущим радиостанции «Голос Азии» Вячеславу Чаптыкову и Нине Катиной. Благотворительной акции «Подари бабушкам праздник» приняли участие не только жители республики, но и добрые люди из разных городов не только России, но и мира. Федерация альпинизма и Министерство спорта Тувы проведен второй экстрим-забег на гору Доге 1005 метров, посвященный памяти альпиниста снежного барса Тувы Мергена Кончука. Его восхождение соло по леднику «Галстук» до сих пор не повторен. Его восхождение соло по леднику «Галстук» до сих пор не повторили. В забеге, несмотря на суровую погоду, приняли участие десятки любителей экстрима. В мероприятии участвовали родные и близкие Мергена Кончука, а также Алла Кончук, заместитель директора заповедника Упсунурская котловина. Мерген Кончук – выпускник, краснодипломник естественно-географического факультета Кызылского пединститута. Был известен в республике как один из самых активных организаторов туризма. Мерген Кончук водрузил государственные флаги Тувы на вершину горы Белуха в Алтае, восходил на пик Ленина на Памире. В 2008 году Мерген Кончук участвовал в покорении самой высокой вершины Европы – Эльбруса. Готовился к восхождению на Эверест. Его жизнь трагически оборвалась в октябре 2008 года. По республике небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, местами порывы до 12. В Кызыле небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, температура воздуха ночью минус 34, минус 36, днем от минус 26 до минус 28 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.